И снова всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и также гости моего канала. Так, на балансе у меня 13 косариков, 13к. И захожу я сегодня в Индиан Покер, попробую Индиан Покер. Ну, естественно, по косарю и погнали. Ну, а вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал. Возврат, блин, сходу. Почему я не люблю этот X1? Почему он меня так раздражает? Вообще непонятно. Хотя, в принципе, он... ну да, понятно, что. Ладно, молчу, рта не раскрываю. Все так же 13 и... Тут вообще мимо. Все, короче, раздражает. Больше тебе не дам. Вообще нифига. Ни X1, ни X5. Блин. Так-то, блин, маленький баланс для Индиан Покер, если что, по косарю тем более. Так-то натупила, наверное. Ну ладно, ничего ж, посмотрим, куда теперь деваться. 5 возврат. Мимо. Нету ничего, снова ничего. И что-то мне стало вообще скучно. Вот именно не грустно, а скучно. Что такое? Ну опять возврат. Ну что за хрень непонятная? Хоть повеселил меня. X5 бы дал для приличия. Ну, 4 косаря осталось. И что делать? На 5х... Нет, ладно. Хрен с ним, пойду также по косарику. И опять ничего не получаю. Ну, 3 раза. Раз. Опа, X10. Отлично. Отличненько. Ну, блин, так-то 12. Это уже не смешно как-то, да? Так-то, по идее, это... Поиздевался он, походу, надо мной. Угу. Поржал, короче, так. Да уж, Индиан Покер. Так, снова X1. Ну, поймаю я что-нибудь, нет? Ну, да, X10 вообще-то поймала. Чё ноют-то? Чё ноют-то? Так, X5 нормально. Ну, сейчас, смотри, сейчас будет, смотрите, какой баланс будет сейчас. Вот, смотрите, опа, угадайте, сколько? 12. Офигеть, как много. X10, отлично. Вот это ты, молодчик, ты вообще красавчик, Индиан Покер. Молодчинка, 21 косарь. Отличненько. Так, возвратик. Хоть что-то интересное сделал за сегодняшний день. Так, X5 еще вообще красотень. Да. 24 косарика. Черт. Че, опять пожираешь, да? X10, отлично, ребятки, отлично. И у меня сколько у меня? У меня 30-ничек. Это просто классно. Так, блин, что ж теперь? Ладно, хрен с ними, иду дальше, иду еще. Иду. Может, что-нибудь найду. В принципе, X2 сделал даже побольше. Можно было бы и валить отсюда пока при памяти. Ну, блин, что-то я как-то... Как-то я что-то сомневаюсь в том, что мне стоит... Что мне пора уходить. Да, правильно, сейчас правильно сказала. Офигеть, что, ничего, что ли? Может, ничего не дашь? Блин. 7 косиков. X75! Офигеть! Это было круто! Это вообще шикардос, ребятки! Это было классно! Ну что, всем пока! Удачи в играх! Увидимся!